Смотрим, что нам боец покажет на этом танке, да? Бывшая какая-то мега имба, которая бортовала, да, там, в принципе. Ну, посмотрим, насколько сильно она понерфилась и стоит ли вообще оставлять этот танк в ангаре. Я, допустим, его продал. Не знаю, я-то немного и поиграл, но я человек азартный или не азартный. Ну, короче, продал его для того, чтобы просто покрутить рулетку. Ну, а сейчас посмотрим, что нам боец покажет на этом танке. Ну, танк хорош, 5,5 секунды для перезарядки. Это прям мега очень хорошо уверенно. Так, почат, ну уже ФВшка получает люлей по полной программе. М60, боец решил на М60, да, вкатить. Посмотрим, будет ли советская магия. М60 пока ожидает, ну блин, ФВшка пробил. Хорошо, что ФВ хоть не на фугасах, потому что дал бы еще больней, было бы. Так. Ну да, боец на такой сейчас позиции, что может получить люлей и от ФВ, и от Е100, который вкатывает с той же стороны. Но М60 набрался силенок, думает, сейчас я вкачу. Но что-то очканул, что-то все-таки его переломило в другую сторону, есть хорошо. ФВ смотрит на союзника. Да не, ну так М60, конечно, Е100 прилетает вообще хорошо, М60 отлично. Давай, братуха, ну блин. Только начало боя. 1500 урона, но уже и факт того, что можно отлететь в ангар, это прям... Есть. Есть, помогли союзники. Ага, теперь решил ФВшек выехать. Ну-ну. Опля. О, хорошо, есть. Раз, все-таки бортанул. Ну, сейчас ФВшка уже тоже перезарядился. Есть. Вот это хорошо. Ну, теперь можно... Есто вместе с Хори раскатывать. Блин, и Хори не пробил. Ну ладно, у бойца нашего был под углом Е100, так не очень удобным. И боец не целясь выбил. Вот видите, боец знает, что нужно вот так вот бортами становиться. Ну, Е100 спокойненько вообще, просто спокойненько добил нашего союзника. Да, бабульку, да, добил. Ну, хотя бы, ну, счет пока 3-2, хотя бы в пользу зеленых счет, это уже хорошо, это очень хорошо. Так как зачастую счет вообще в другую сторону. Опа, ой, как гриляка не пробил. И развернула так как бойца. Не, ну довольно-таки сейчас так неплохо. Смотрю, что танк играбельный и очень даже. Уничтожен. Два фрага, немного, но... Опа, жопка ИСа 7 есть, хорошо. Счет 4-4, кстати. Уже на равных. Там Леха и 7 и Яга. Она же джипс Е100. Не прерываем свои традиции. Так, ой, как хорошо. Хорошо фугасиной в Лехе. В Леху залетело как... 4-5. Есть еще один. Ой, как хорошо. Все, минус Леха. 4600 урона у бойца нашего. Счет равный, но 5-5. Итак, там и 7, и... О! Охренеть, Исяка выкатил. Не пробил. Ты что? Там Хори фуловый наш. Но они вдвоем решили. Ох, как красиво же. Как же хорошо. Вот это борта, вот это я понимаю. Вот оно, как оговорили, не бортуют. Вот вам. И 7, да хрена лысого, ничего он не пробил. Да все уже, все. Вот так, дед, просто, вернее, спокойно боец на Т-22СР разобрал деда. И все, теперь очередь Ягушки. Давай, ты как бы там не крутился, но люлей тебе получать и получать. Блин, у нас и союзник фуловый на Хоре. Но че он не вкатывает на Ягу, я не понимаю. О, Яга дала по союзнику, хорошо. Я, допустим, уже бы спокойно, просто-напросто. А Яга смотрит еще и сюда. Я бы уже на Хоре спокойно выкатил бы и тупо выманивал на себя. Ну, я фоловый, да и все. А СТшка может спокойно заехать в корму, как говорится, и настрелять. Так можно легко выиграть. Зачем устраивать вот этот тупняк? Ну, у нашего бойца понятна ситуация. Он шотный для Яги. Куда бы там Яга не захерачила, по-любому отлетит в ангар. Но Хори тоже не слабый танк. И по перезарядке он выигрывает Ягу. Зачем это какое-то издевательство такое тупое? Это получается, кстати, вот наш боец и Хори завалили уже 6 человек из команды красных. Союзники шикарные, что я могу сказать. И тут, ну где-то он по-любому где-то попер на Хори. По-любому на Ягушке боец рванул к Хори. Да, снизу ее объехал. Вот что и следовало, правильно? Спокойненько Яга заехал, отправил в ангар Хори, который втыкал и очковал, не действовал. Просто вот за вот это
очковтирательство просто-напросто очканутый вкатить. Ну что нельзя было вкатить? Можно было спокойно вкатить. Вот так вот можно было выманивать на себя, и боец бы спокойно расстреливал бы. Яву просто это уничтожили. А теперь боец должен жопу рвать вот так вот, чтобы теперь выиграть. Потому что Яга прет уверенно. У нее 1500 хп и 347 хп у нашего бойца. Яга охренеть как уверенно прет. Ей вообще все равно. И теперь боец вынужден... Вот, Яга лоханулась. Хорошо. Есть шанс. Вот теперь есть шанс, но опять-таки, ну это лечочек этот надо выцеливать. Ай-яй-яй-яй, что происходит? 7000. Сейчас, если Яга попадет, это жопа. Это просто жопа. А она попадет. Все. А, время закончилось! Ничья! Я завтыкал, ребятки, время закончилось. Но не поражение. Что я могу сказать? Боец сделал все возможное, но Хори, это можно сказать, слил этот бой. 7500 урона, 4 фрага, бой шикарный, понятное дело, мастерос. Бойцу лайк, огромное спасибо за такой бой. Ну и, ребят, кто не подписался, подписываемся. Кто подписан, все молодцы. До новых встреч, всем спасибо, пока.